Выпуском этой модели новозеландская компания наглядно продемонстрировала то, насколько гармонично могут сочетаться цифровые технологии и аналоговое звучание. Усилитель Eloquent 150i оснащен микропроцессором, который обеспечивает широкие возможности цифровой регулировки и настройки громкости, баланса, позволяет устанавливать чувствительность для каждого входа, отключает цепи сигнала при перегрузке и прочее. Аппарат работает в классе А и имеет симметричную схемотехнику, выполненную по принципу двойное моно. Металлический корпус этого небольшого, но мощного аппарата, выдающего 300 Вт на канал, имеет минималистический дизайн. Боковые стенки представляют собой радиаторы охлаждения. Центральное место на массивной передней алюминиевой панели занимает крупная ручка громкости. Справа расположен многострочный жидкокристаллический дисплей с интерактивным меню и возможностью изменения яркости, контрастности и времени отключения. Под ним находятся кнопки управления. Эта модель имеет на борту модульный ЦАП и DAC. Его конвертер Bar Brown PCM1792 поддерживает разрешение в 24 бит 192 кГц и апсэмплинг. Опционально в Eloquent 150i устанавливается фирменный фонокорректор. Коммутация аппарата хорошо развита. Входы: один балансный XLR, 4 небалансных RCA, один для прямого подключения к оконечнику. ЦАП располагает двумя цифровыми коаксиальными входами BNC с двумя оптическими TOS-Link и USB-портом типа B. Выходы RCA – один для вывода сигнала с предусилителя на внешний усилитель или сабвуфер. Имеются в наличии гнезда ИК-приемника, триггера, а также интерфейс RS-232 для подключения к системам умного дома. Для подсоединения акустических систем есть две пары клемм. Eloquent 150i звучит мягко, комфортно, легко и объемно. Он способен построить широчайшую сцену с достаточной глубиной и безупречной локализацией образов в пространстве.